слову, Екатерине выписали премию, а вообще девушкам сложно угодить с подарком, а 14 февраля не за горами. Магазины предлагают сотни самых разных презентов, но как выбрать действительно оригинальный и запоминающийся? Этим вопросом накануне праздника мучаются тысячи мечей. Мой коллега Алексей Вагапов нашел самые необычные и редкие подарки. Дорогой парфюм, шоколадные конфеты – эти подарки давно стали банальными. А плюшевые медведи в человеческий рост мало того дорого стоят, потом еще годами собирают пыль. Удивить любимого человека стало непросто. Карина, как и многие, ломала голову, что же подарить мужу. Пересмотрела десятки вариантов в магазинах и в интернете. В итоге за ужином вручила супругу белый холст и кисти. Это необычный портрет «Флип-флоп». С ним почувствовать себя художником может каждый. Вместе раскрасили, наклеили специальную пленку, и на фоне появился портрет любимого. Он не ожидал, он был в восторге, ему очень понравилось. И он прям своим друзьям, знакомым говорил, вот как это было прикольно, вот это как это было занятно. То есть все гости участвовали, никто не стоял в стороне, не сидели, не скучали. Ну а мужчины могут удивить своих половинок необычным клатчем. Знаете любимую книгу возлюбленной? Пусть она носит ее с собой каждый день. Заготовка – это качественная фанера, и потом применяются различные техники. То есть странички, они делаются с помощью фактурной пасты. Нужно, чтобы они просохли. Покрываешь лаком, чтобы он просох. То есть как бы, чтобы продукт был качественным в итоге, чтобы он носился, там, не трескался. И если пара хочет, чтобы праздник прошел на высоте, то 14 этажей, как правило, достаточно. Пара заходит, сюда поднимается наверх. Вид на вечерний город Омск, все горит огнями. Здесь дорожка из лепестков роз, везде свечи. Девушка, естественно, всегда в полном шоке, потому что такого вида на город Омск в принципе больше нигде нет. Раньше здесь располагалась студия танцев. Влюбленные, что приходили на занятия, могли часами пропадать у окна. И организаторы поняли, что это прекрасное место для романтических встреч. 14 февраля свидания проходят почти каждый час, да еще и в двух залах. Но они не пустуют и в будние дни. Потому что праздник, он же ведь внутри каждого из нас, и он никак не привязан к каким-то определенным датам, числам и так далее. Мы сами определяем, когда нам что отпраздновать и быть счастливыми. Но главное – в выборе оригинального подарка переусердствовать опасно. Та же книга может стать даже причиной расставания. Житель Норвегии подарил своей избраннице книгу Карла Маркса «Капитал» со словами «Почитай и перестань транжирить мои деньги». Пара рассталась. Американец презентовал жене освежитель дыхания. Праздник был испорчен. Ну а мясник из России подарил жене свиные копыта. И ситуацию не спас даже атласный бант на коробке. Алексей Вагапов, Алексей Попов и Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.